Привет, друзья! Будет относительно коротенькое видео. Вкратце расскажу. Собачкам сделал прививки, поэтому в этот раз решено было их не брать. Да и по времени был ограничен, то есть выскочил буквально там на часик-полтора до двух. Ну и не безрезультатно, поэтому смотрите, как это было. И опять же, пятерочка, приличное расстояние. И зайчик будет взять. Смотрите, как это было. Рассказываю сейчас, что происходит. Шел я через сады заброшенные. И вот была как небольшая просека, проходик. Смотрю, сидит косой, боковой причем. Ну, до него было по расстоянию метров 50, не меньше. В ствол я всегда ставлю в таких условиях дробь номер 5 для первого выстрела. Ну и, как оказалось, не зря. И все-таки она его взяла. Вот смотрите, как это было. Так как я видел, что заяц после выстрела стартанул, я сначала пошел в ту сторону, куда он побежал. Но потом, вернувшись к месту, где он сидел, обнаружил, что пух от него валялся. Как говорится, надежда умирает последней. Шел я как раз таки в ту сторону, куда убежал заяц. Поэтому разглядывал все вокруг. И вот, как вы можете теперь видеть, я его все-таки нашел. Итак, друзья, охота удалась. Спасибо за просмотры. Сегодня удача была на нашей стороне. Всем спасибо и пока. И ни пуха, ни пера. До новых встреч, друзья.